А сейчас внимание еще раз. Специальное предложение только сегодняшнего дня. Набор посуды удачный. За 3999 рублей вы получаете все 12 предметов, да еще и подарок. Невероятную форму для тефтелек абсолютно бесплатно. У нас есть кастрюля 5,8 литров, которая приготовит вам борщ, компот и холодец. Есть кастрюля 3,4 литра, которая сварит вам отличный суп. 2,5 литров кастрюля приготовит вам любой гарнир. Есть у нас кастрюля 1,8 литра, которая приготовит вам завтрак. Соусы приготовит ковш 1,8 литров. И наша звезда. Звезда нашего комплекта – это сковорода, сотейник и форма для выпечки. Каждый предмет нашей посуды обладает ручками, крышками. Но есть два варианта – золотой и серебряный. Выбирайте, какой вам нравится прямо сейчас со скидкой 2500 рублей. Итак, самый полный набор, самый многофункциональный, при этом компактный, который удивит любую хозяйку, в котором можно варить, тушить, припускать и даже запекать. Внимание, друзья, ужин для всей семьи приготовлен с помощью всего лишь одного сотейника. Только представьте, все, что я сделал, выложил мясо и овощи, а дальше поставил это в духовку. И у меня запеклось мясо с овощами. Целый обед или ужин на всю семью. И это великолепно, посмотрите, целые кусищи. Вот я хочу сразу спросить, как так ты делаешь, что у тебя мясо пропекается со всех сторон? Вот. Давай говорить так, очень часто что делают профессионалы? Они сначала готовят, соответственно, в посуде, на плите, а потом запекают в духовке, вот да, в этой же посуде. Да. Мы можем поступить здесь точно так же, но, Леночка, мы берем сотейник, выкладываем необходимый продукт, отправляем в духовку и посмотри, какое сочное запеченное мясо получилось. Мясо сочное. А все это благодаря тому, что здесь есть правильный теплообмен. То есть благодаря пятислойному капсульному термоаккумулирующему дну мы получаем идеальную корочку и идеально пропеченное, сочное, вкусное, ароматное мясо. Вот это да! Посмотрите, у нас с вами пятикапсульное дно, и оно находится в каждом из предметов нашего набора. А значит, мы получаем с вами вот такой потрясающий результат, от которого просто слюнки бегут, как вкусно все это приготовлено, Ром. Да, но давай говорить так. Повар, любой повар, когда готовит, у него есть секрет. Это хороший, качественный продукт. Но плохая посуда может испортить конечно. Это. Конечно. Наша же посуда все проблемы вот решит это за здорово. Нас. Вот знаешь, я вот обычно варю кашу, ну на секунду отвлечешься, она сразу же пригорит. Да, а в нашей посуде ничего не пригорит, потому что благодаря правильному теплообмену, терморегуляции, мы получаем всегда идеальное блюдо. Рис будет не разварен, а рисинка как рисинки. Даже, кстати, если вы испачкаете посуду специально, как это делали мы в нашей лаборатории, благодаря тому, что здесь сверхпрочная, качественная сталь с идеальным содержанием хрома и никеля, мы получим все равно идеальный результат. Ее будет легко отмыть. Кстати, можно даже мыть набор посуды. Ой, это прекрасно. Да. Удачный вариант для удачной хозяйки. Смотрите, за 12 предметов, за 3999 рублей, это спецпредложение сегодняшнего дня. Вот, кстати, я хочу тебе сказать, Ром, что такой набор у нас был в прошлом эфире, и, между прочим, за день его продали более 5000 штук. Но тогда и цена была 6000 рублей, поэтому набор может закончиться в абсолютно любую минуту. Успейте дозвониться прямо сейчас и забрать свою удачу. Вот я всегда, конечно, люблю готовить плов, но для этого нужно специально посуда, Ром. Абсолютно с тобой согласен. Ты любишь готовить плов? Конечно. В чем ты готовишь плов? Ну, это специальный казан, мы его отдельно покупали, он такой дорогущий. Вот, вот, вот. А в нашем посуде можно приготовить даже плов так же, как это готовится в казане. При этом посмотри, какой получается рассыпчатый рис. Рис к рисинке, все получается идеально. Мясо протушилось, все получилось просто так, как я люблю. Вот так, как самый лучший плов, который я видела вообще в жизни, а все это в казане. Кастрюли именно из нашего набора удачный. Вот такой удачный обед, ужин появится на вашем столе. Главное, успейте дозвониться прямо сейчас. Не упустите шанс сегодня сэкономить 2500 рублей, получить подарок и при этом получить сразу 12 предметов за 3999 рублей. А достигли, Леночка, мы все это за счет правильной теплопроводности. Что же такое теплопроводность? Мы понимаем, что в обычной посуде тепло поднимается строго снизу вверх. Наша же
посуде. Благодаря термоаккумулирующему дну тепло распределяется равномерно по всей посуде. А соответственно, мясо пропекается полностью, продукт становится идеальным, овощи сохраняют свой цвет и витамины. А еще благодаря этому мы имеем эффект томления в глиняном горшке, плюс экономим до 30% электроэнергии. Вот оно, пятикапсульное дно. Посмотрите, вот оно какое большое. А значит, наши блюда никогда не пригорят и останутся невероятно вкусными. Все минеральные вещества, все витамины остаются здесь благодаря пятикапсульному дну. Но в наборе у нас, посмотрите, в каждом предмете такое дно. Это и кастрюля емкостью 5,8 литров, которая сварит вам бульон, компот, холодец. Наша кастрюля емкостью 3,4 литра прекрасно приготовит вам бульон. Все идет с крышкой. Кастрюля 2,5 литров сварит вам абсолютно любой гарнир. Для каши, для завтраков 1,8 кастрюля с крышкой также идет в комплекте. Ну и, конечно, наш ковш для соусов, тоже для завтраков, емкостью 1,8 литров с крышкой. Но при этом еще сотейник, сковорода, форму для выпечки с крышкой входит в наш набор. При этом у нас есть две модификации: золото и серебро. Выбирайте свой металл, который вам нравится больше. И не забывайте, что сегодня за 3999 рублей вы забираете не 12 предметов. Вы забираете 13, потому что получаете еще и подарок абсолютно бесплатно. Вот этот набор, вот эта вот форма для изготовления фаршированных шариков в магазине стоит порядка 1000 рублей. Сегодня вы получаете ее абсолютно бесплатно с каждым заказом. Но количество подарков ограничено, поэтому если любите получать подарки, звоните прямо сейчас. При этом, если вы уже положили в нашу корзину ножи, получайте еще и бесплатную доставку. Выбирайте прямо сейчас. Да, Леночка, но давай все-таки говорить, на что способен этот набор. А способен он действительно на многое. Посмотри, здесь я тушу картофель с мясом и овощами. Я делаю жаркое, как делала когда-то моя бабушка его в печи. Причем готовлю его с эффектом томления. Готовится это у меня уже в течение 4 часов. Картошка не разварилась, а? Не разварилась картошка. Мясо пропеклось и приготовилось. Оно осталось идеальным. А можно я прям картошку положу? Да. Смотрите, картошка разваренная. Посмотрите, какая она прекрасная. Как она у нас с вами, но при этом она не раскиселилась, а осталась единой. И все минеральные вещества оставились внутри. Успейте дозвониться прямо сейчас. Подарите себе набор удачный спецпредложений дня. Заберите подарок и бесплатная доставка от суммы заказа 4999 рублей.